Привет, представься, пожалуйста. Дэниел Пэтрик, профессиональный киберспортсмен. Мне 16, я играю в Counter-Strike с 10 лет. Каждый день тренируюсь по 10-15 часов. Надо постоянно тренироваться. Как твои родители относятся к этому? Мои родители всегда поддерживают меня. Я уверен, они безусловно рады и горды тем, что у них такой сын. А где они сейчас? Они уехали к бабушке. Она далеко живет. Я часто сижу один в своей комнате, у меня тут повсюду награды. Меня не беспокоит, вообще не трогают. Я привык к одиночеству. При попытках оторвать его от компьютера, он просто начинает себя калечить. Он же еще совсем ребенок. Мы надеемся, что нам удастся его вылечить. Что он совершил, это результат нездоровой психики пациента. Она была вызвана обильной агрессией в компьютерных играх. И по этой причине был отправлен к нам, а не в тюрьму. Дэниел убил родителей, когда они отобрали у него компьютер. Данный инцидент случился 7 декабря 2016 года. Он вызвал широкий резонанс по всему миру и настроил большую часть населения негативно по отношению к видеоиграм. Суд постановил, что состояние виновника психически нездоровое, и поэтому его отправили в психиатрическую больницу на последующее лечение. Мне 16. Я играю в Counter-Strike с 10 лет. Чтобы быть лучшим, надо постоянно тренироваться. Мои родители всегда поддерживают меня. Я уверен, они безусловно рады и горды тем, что у них такой сын. А где они сейчас? Они уехали к бабушке. Она далеко живет. А ты не помнишь, что ты сделал со своими родителями? Я ничего не делал. Нет!